Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутла, нашел очень хороший дизайнерский вариант 2+1, 120 квадратных метров на втором этаже проекта по очень хорошей цене. Айдат у этого проекта 125 лир. Быстренько сниму инфраструктуру и поднимусь на второй этаж этого проекта. И еще, проект был сдан в 2011 году. Вот такой здесь бассейн с горкой, аквапарком. Присутствует также генератор и беседка, дорогие зрители. Расстояние до моря максимум 700 метров. Такой генератор. Открытая парковка. Вот той стороне у нас открытая парковка. Здесь у нас дорога как бы продолжается. Эта сторона считается кестель. Если даже вдруг здесь что-то построят в будущем, максимум 5 этажей разрешается строиться. Там у нас беседка. И вот такая просторная открытая парковка. А вот наше здание. Пройдемтесь в квартиру. Рядом магазины, рестораны и все, что нужно для жизни, присутствует. Здесь такая лестничная площадка, два лифта у этого проекта. Так. Поднимемся на второй этаж. Поднялись мы на второй этаж. Вот тут такая лестничная площадка. И вот наша квартира. Дизайнерская. Дорогие зрители, вот тут такая прихожая. Начнемся с того конца. Здесь у нас хозяйская спальня. Вот такая хозяйская спальня, просторная, с выходом на собственный балкон. Шкаф-купе. Здесь вот такая ванная комната, только душевая присутствует. Здесь у нас балкон. Такой балкон с видом на горы Торос. И здесь у нас присутствует наш бассейн, который я снял внизу. Пройдемте дальше. С правой стороны от меня санузел. Вот такой санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Siemens. Стиральная машинка фирмы Altus. Здесь у нас дополнительная спальня. Детская спальня, скажем. Вот такой платяной шкаф. Также есть такой вот встроенный шкаф. Пройдемся в главную часть этой квартиры. Гостиная, которая совмещена с кухней. Вот наша гостиная комната. Дорогие зрители. Вот такая интересная квартирка. Бытовая техника Altus, столешница мрамор. Также духовка
плита и вытяжка и холодильник фирмы Altus. Также есть окошко, чтобы проветривать. И выйдем на балкон. Здесь очень просторный второй балкон. Вот, дорогие зрители. Вот он начинается отсюда. И продолжается в ту сторону. Вот такой просторный балкон. Хочу подвести итог, дорогие зрители, о этой квартире. Проект был сдан в 2011 году. Квартира находится на втором этаже по турецким меркам, по российским третий этаж. 120 квадратных метров, обставленная, дизайнерский интерьер, как вы видели. Цена этой квартиры 74 тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, этот проект, ставьте лайки, делитесь информацией, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте комментировать. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.